Перед игрой второго тура киевляне фотографировались, а Копетдаг задействовал талисман. И в первом тайме туркменский казачок помог соплеменникам. В тесном манеже киевляне пытались играть размашисто и даже красиво. Но ведь от красиво до смешного всего один шаг. Или, по версии Скаченко, один прыжок. Стоит заметить, что в стартовом составе «Динамо» пестрили дублеры. Проверку боем они не выдержали, хотя и не провалили. Мизин хоть и защитник, но один в один вратаря обыгрывать должен. 0-0. И во втором тайме зрители приветствовали выход на поле Леоненко и компании. И пришли голы. Первый на счету головы Головко, а второй почти тут же провел Шматоваленко. Кстати, оба снайпера играли с самого начала матча. 2-0. Результат сделан. В оставшееся время Леоненко попробовал поиграть для зрителей, но возил защитников как-то без души. Рывок Шевченко он вроде бы поощрил пасом, однако уж очень неточным. Лужный был более прицельным к передаче, но уже сам форвард небрежно обработал мячик. Заканчивался матч в безразличной тишине.